В Магадане оперативниками было выявлено правонарушение, совершенное начальником управления государственной инспекции безопасности дорожного движения областного управления Министерства внутренних дел Юрием Савейкиным. Также установлено, что противоправное действие было совершено в 2019 году. Предварительно установлено, что в 2019 году он дал указание подчиненным сотрудникам о непривлечении к административной ответственности гражданина, нарушившего требования нормативно-правовых актов России в области безопасности дорожного движения. При подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. В отношении Юрия Савейкина завели уголовное дело о превышении должностных полномочий. Расследование контролирует прокуратура региона. В случае, если вину докажут, нарушителю грозит наказание от штрафа 80 тысяч рублей до лишения срока свободы до 4 лет.